Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Asus ROG Phone 5S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять тему клавиатуры. Для этого нам нужно зайти на нашу клавиатуру в любом удобном для нас приложении. Дальше нажать в верхней части на шестеренку. Если ее нет, зажимаем здесь слэш или запятую. И видим тоже тут шестеренку. Выбираем пункт «Тема». И видим большое количество тем на любой вкус. Выбираем любую, которая нам понравится. Или можете нажать на плюсик, чтобы выбрать какую-то свою тему. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И всего доброго. До свидания.